Алсу и расположен в 60 где-то 5 километрах от Ташкента. Мы жили в Ташкенте, ездили туда на такси, это самое простое. Вызываете Яндекс.Такси, ориентировочно 1800 на наши деньги, и едете, если вас много, то это 300 рублей, да, 400 с человека. Более сложный, но может быть дешевый вариант, это на метро доехать до определенной станции, где отправляются автобусы, но их не дождешься, и таксисты тоже там стоят, с ними надо договариваться. Мы ездили за 1500 на двоих в один конец. На второй день мы просто с этим же таксистом договорились, он подъехал к нам в назначенном часу в гостинице, и с гостиницы мы уехали туда. Ну, получалось вот 750 рублей в один конец с человека. Скипас с 10 до 5 работает курорт, если на целый день 1800 рублей на наши деньги, мы ездили с 12 часов 1500. Дороги свободные трассы, вагончики 8-местные, в большинстве случаев мы ездили вдвоем, но это был будний день. Конец февраля. На выходные, говорят, народу чуть побольше. Но трассы широкие, я думаю, народу там вместится много. Курорт отличный, снежок отличный. Все строится, развивается. Думаю, тут вообще через пару лет будет, ну, гостиницы, домики. Инфраструктура, конечно, очень подрастет. Все отлично. Скатываемся мы с самого верха, самая длинная трасса, 3300. И вот начало всего, это вот новостройки, которые еще там строятся внизу. А напротив горы Тянь-Шань. Хорошо, погодка отличная.